Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Прошли 20 дней месяца Рамазан, наступили последние 10 дней, в которых пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, усердствовал в поклонениях и к этому же призывал нас. Будь то поклонение телом, либо же поклонение, а именно упоминание Всевышнего своим языком. И часто пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в эти дни повторял молитву «Аллахумма иннака афуван каримун, тухиббуль афва, фа'фу анни». В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, повествует о том, как проходило его путешествие в ночь Исра и Миграч, говорит: «Поднимаюсь в небесах, и я увидел мужчину, который сидел в лучах трона Всевышнего. И тогда я спросил: «Мен хада? Ахада наби? Кто же это? Пророк ли это?» И было ему сказано: «Нет». Тогда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вновь обратился и спросил: «Ахада малек? А ангел ли это?» И ему было сказано: «Нет». И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, изумившись, спросил: «Так кто же это? Фаман хада?» И было ему сказано: «Это человек, который в мирской жизни не переставал своим языком поминать Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Сердце его было связано с мечетями, и никогда он себе не позволял в речах своих оскорблять и обижать родителей». Вот какое воздаяние дается тому, кто искренне живет поминанием Всевышнего. В хадисе, если быть более точными, говорится, когда пророк, алейхиссалям, спросил в третий раз: «Так кто же это?» Ему было сказано: «Этот человек, чей язык не высыхал, упоминая Всевышнего». Конечно же, это метафора, аль-киная. В арабском языке используется этот оборот. То есть, когда говорит: «У этого человека язык не высыхает», то есть он очень часто говорит или о чем-либо повествует. Так вот, когда было сказано, что этот человек, язык его не высыхает, упоминая Всевышнего, то есть при мирской жизни этот человек всегда, каждое мгновение, каждое свое время проводил в упоминании Всевышнего. Викрулла. Действительно, не все поклонения доступны всем нам. Быть может, не каждому дано выучить Коран наизусть. Быть может быть, действительно, не каждому дано стать богословом. Но в то же время каждому Всевышний дал язык и сердце, дабы упоминать Всевышнего, восхвалять Его и благодарить Его. Аллах Субхану ва Тааля дал человеку язык, и в то же время язык, как сказал пророк Мухаммад, алейхиссалям, может привести человека либо в рай, либо в ад. Если человек использует этот орган на пути Всевышнего, и он несет людям благую весть, говорит о прекрасном, поминает Всевышнего, то нет сомнения, именно язык ведет его милостью Всевышнего в рай. Если же человек не может обладать своим языком, не может быть хозяином своим речам, то хай-хат, хай-хат, как говорят арабы, горе этому человеку. Упоминание Всевышнего языком, что может быть более прекрасным и что может быть более легким. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, призывая нас к зикрулла, то есть к поминанию Всевышнего, сказал: «Кариматани хафифатани алян лисан». «Сакилатани аляль мизан, хабибатани иляр рахман». Пророк, алейхиссалям, сказал: «Два слова. Легки они в произношении, и они лягут тяжелым деянием на наши весы в судный день, когда будут взвешивать наши поступки. И в то же время эти два слова
любимый Всевышним Аллах Субхану ва Тааля. Каримятен, всего два слова. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи л-азим. Не требует ни усердия, ни каких-либо приготовлений. Достаточно искренне сердцем своим и языком произнести эти слова. Что может быть прекраснее, когда человек благодарит Всевышний и говорит «Альхамдулилля»? Что может быть более прекрасным, когда человек возвышает Всевышний и говорит «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулюллах»? Когда человек сидит в ташахуде, в намазе, и произносит слова «Ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Воистину оживляются наши сердца», то есть сердца людей имеется в виду в Коране, именно поминанием Всевышнего. «Аля бидикри ляхи татмаинну аль-кулюб». Успокаиваются сердца людей и живут, оживляются именно поминанием Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.